Отведи красота. Может, сейчас получится, нет? They sure are beautiful, those dancers, aren't they? Get out of my face. Блин. Вообще не радуют меня эти разговоры. Как-то вообще без толку все. Непонятно, что они от меня хотят. Бим-бим-бим. Сюда можно использовать, да? Да, боже ты мой, что тут интересненького всякого? Ты что, я в тюрьму? Обалдеть. Обалдеть, обалдеть, куда я попала? Зачем мне сюда? Зачем я сюда иду? Зачем? Быстро иди отсюда. Зачем вообще сама вот эта идея? Чтобы люди еще могли заходить, типа посетить. Да ну. Не хочу. Поэтому тут охрана всякая. Ты капитан, да? Well, hello. Привет, девушка-капитан. Сядеть, кредит. Немало. Капитана мы наняли. Вроде так. Хватит одного пока что. Интересно, навыки на что мне это использовать? Так. Использовать тебя. Присесть. Так. Мы можем сюда забраться? Нет, нет, нет. Ты не хочешь никак с нами взаимодействовать. Подожди, а ты и ты. Так, ладно. Ладно, я на тебя залезть. Нет. Прыгнуть сверху. Только перепрыгивает оттуда-сюда. Не хочет никак с эту штуку взять. Блин, ладно. Значит, не судьба. Наверняка там что-то вкусненькое было, да? Да, блин. Хочу залезть на эту тележку. Что нам это дает? Ничего, видимо, надо ради того штуки поднимать. Ах, ладно. Той штуки, до которой не доберешься никак. Бар, вот наконец-то. Голые танцовщицы. Голые голографические танцовщицы. Столько голые. Так, поставщик оборудования, можем с тобой початься? Oh, sir, perhaps I can show you some of my wares. I hope I will see further trade with you soon. Отстань. Так, а ты кто? Поставщик оборудования, а ты? Ты. Инженер. Pilot, what can I offer you? Сколько стоит инженера? 26 тысяч. Не сильно много. Я не знаю. Ладно, давай наймем. Sir, you will greatly appreciate my appointment. Не знаю, зачем. Поднимается. Но наш экипаж растет. Менеджер, да? Hi there. Goodbye. Ну вот, это хоть не послала. Это тоже чатится неплохо. Что-то я в чате не очень-очень плохо. Так, что там на втором этаже что-то есть. Этот бар по сравнению с тем хоть работает. Да, все равно людей не сильно много. Одни продавцы. Обычных людей нет. Все что-то продают. Так, ладно, идем. А, нет, нам сюда не надо. Сюда тоже не надо.
Так, идем мимо этой плохой девушки, которая нас послала. Hello, pilot. Is there anything I can offer you? Show me your wares, please. Here you go. Яйца космических мух. Мне не нужны. Goodbye. Все продали. Учитывая, что у нас новые члены экипажа, нужно... Господи, ты кто? Скафандры, так. Продавец чего-то, чего-то неизвестного. Не хочет на тебе сосредотачиваться. Ладно. Живи так.